официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России при силовой поддержке бойцов СОБР «Рысь» в городе Мытищи задержаны члены этнической организованной группы. Злоумышленники подозреваются в организации торговли людьми. Они пытались продать девочку, родившуюся в марте текущего года, за 600 тысяч рублей. Члены группы задержаны с поличным при получении денежных средств. Ими оказались уроженец Республики Таджикистан, Узбекистан, Кабардино-Балкарской республики, которые в момент задержания оказали сопротивление, пресеченное сотрудниками полиции. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Ребенок в настоящее время помещен в медицинское учреждение. Ведется расследование.